понял, что тут за шум. Здрасте. Почему моя хата еще не готова? Бля, нихуя себе, блядь. Так. Ну, как вы видите, это все жир. Видите, вот? Да. Это такая вот штука есть универсальная. Бензонцы? Ну да. Называется, да. Берем, значит, мы вот так. Ага. И вот так делаем. Чтобы вам было более видно. Ой, хук! Вот такой вот. И чан-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 чан. И смотри, что сейчас будет. Можно вот так. Еще. Ты че дергаешься? Что, нанюхалась уже, блядь? Мы на прыгнули. Фу, блядь, порог. Поры, блядь. Порог, блядь. Я сам только что понюхал этих паров, блядь. Смотри, как жир спускается сразу. Жир, блядь. Фу, блядь, токсичный жир какой-то, блядь. Конкретный. Пиздец. Быстро моем. Ха, блядь, да что ж это за дерьмо, блядь? Здрасте, это Вася. Мяк-мяк, ты что говоришь, я не пойму. А? Вещи будешь собирать? Ну ты же британец. Смотрите, как правильно делать нески в домашних условиях с Экомикса 202. Надо еще добавить. Это настенный несквик для шпательно-рабоческих услуг. Что я только что сказал вообще? Надо еще добавить несколько, жидковато будет. Ну так давай, да наливай. Что за хуйня? А что, наливай? Что я за кино снимаю? Давай, ты давай. Это добавляем в фильм, это не вырезаем. Что добавляем? Ты давай мне. Налей мне несколько туда чуть-чуть. Ты не предлагай, несквичка. Несквичка. Вот, а потом все остальное. Потому что просто раствор застаивается. Видишь, он такой становится немножко хреновенький. Все прыгает, бегает, блядь. А здесь у меня... А вы знали, что у меня здесь живет домовой? Нет, конечно, я не знаю, что у меня живет домовой. Сейчас я вам его покажу. Ты так смотришь на меня. Вот они, комочки, видишь? Вот они, вот они. Комочки. Вот они, комочки, вот они. Пи-пи-пи-пи. Ржешь. Я их разминаю. Видишь, какая густая смесь становится из-за этого? Сейчас будем сетку накидывать. Простыня. Сетка 145-я. Не знаю, она жёлтый. Жёлтый. Ну, да, ну, давай, кстати, да. Гурген сейчас должен подойти. Мне звонил. Брат мой, Гюрген. Гурген, это же это, которому мы хату делаем. Брат мой, он сказал, да? Скоро подойдет, это оценит твою работу. Если ну хорошо, базара нет. С Авазяном не придет, либо с... У него он знает кодовое слово. Короче, минут скоро, так подождать. А это будет секретом. Это что за камера? Кто тут такой вообще ее установил? О, здравствуй, мой дорогой. Слушай, ты что кричишь сразу? Вы что, до сих пор не доделали? Где твой напарник? Я его не... Гурген, я так устала, так устала. Помоги мне. Чем помочь? Я могу только вот это съесть на развес, как обычно, и все. Гляди. Отойди, своя нога. Что это за жёлтый, блядь, хлеб с цемент, что мы сказали? Сколько цена? Аллаха салам, ассалам, ассалам, ассалам. И что на лоху? Ну, ты что? Ассалам. Нихуя не пошли. Мама, что мы разошли? Так, опять начинаем. Это что за жёлтая сетка, я не понял. Да заказывали цветную, зелено-красную. Ну, какая была вода последняя? Может нет? Тогда это виски вообще лёда кандалька. Запитать? Не, не надо, у меня есть. Надо это приклеить туда.
И лекасила масел за ебой. Нужен чикарец семенял. А до этого позвать надо... его? Я, Гурген, ты хочу, чтоб ты сделал. Гурген не будет. Ну, надо. Смотри. Надо чикарец семенял. Лёп. Здравствуйте. Я вам могу... Я могу... Знаете что? Я могу залепить вот эти сынушки. Я хочу бухать, курить и нахуй нихуя не делать, это не работать. Сука, чикарец, ты что меня заставляешь работать? Я не понял, охуельно. Я вот эту нутеллу, все, останется. Тут наверху хрепани, сейчас будем клеить сетку. Я, короче, добавлю творога, чеснока, сгущенки, потом это все перемешаю. И это классная вам консистенция. И теста. Гурген вам покажет когда-нибудь, может быть, в будущем или в позапрошлом, новый выпуск. Как обычно. Дальше идет. День четвертый, по-моему, уже, или третий. Плохое освещение, качество. Подожди. Есть HD, а это подожди немного. Подожди, подожди немного. Подожди. Качество немного, подожди. Микробардак. Микропиздец. Приятного аппетита. Спасибо. Разборщик. Так ты сама делала? Нет. Это мы заказываем. 250 рублей такая штука стоит. Это вот это все? Нет. Ну это... Сейчас покажу еще. Я вот так. Чик. 250 рублей и больше курицы, и вот это и все. И вот это, да. Ням-ням-ням. Вчера ежика спасла. Кстати. А я кота. Он у меня теперь бегает, как этот, как вихрь, тетёр, короче, да? По хате. Да. А это кошка, оказывается. Кошка? Викинь, да, оказалось. Ой, Викентий, тебе надо ее кастрировать. Мама говорит, да, надо ее, короче. Это... Ой, это принесет. Ох ты, смотри какой. Как почти в садике. Без майонезика? А я же это, на диете теперь. Майонезик не ем. А ну-ка. Ну-ка. Что там капусты много сильно. Да в садике, в натуре как в садике. Это класс. Где заказываешь? А, не знаю, там кто-то у нас заказывает. Рекламу не будем делать. Ну, стоит денег. Вот. И это. И хлебушки, видишь, дают. Два кусочка хлебушка. Короче, вкусно. Пойдет. Не желаете присоединиться? Нет, спасибо. Я чуть позже бризоль пойду в диетке, похаваю. Это ракета-бомба-петарда. Ты что, медитируешь?
Че делаешь? Я фотку делаю. Сегодня последний день, как я живу на этой адресе. Все, я отсюда вас съезжаю завтра. Навсегда. Надо поплакать на камеру, как кино, знаешь. И музыка такая печальная. Добавляю печальную музыку, и ты плачешь на камеру. Сколько я буду ждать уже, блядь? 40 минут тут же. Говори, пойдем, пойдем. Уже кошечка пришла, подожди. Мушкетер. Какой мушкетер? Вон он еще. Где? Вон. Время 5 утра, уже люди просыпаются, а ты тут сидишь, блядь. Завязываешь. А я лягу-прилягу, головой на дорогу. А это вот моя коша. Вот я буду, вот я уезжаю завтра, то ее кормить. Улица. Сделай лицо, как у кошечки, такое. Ты скучать будешь? Не будешь, что ли? Офигеть. Вот, Адольф идет, смотри. Адольф, иди сюда. Я себяшку делаю. Своего кекса. Так, нам надо ехать на Керченское шоссе. О, поехали. Песня, вот послушайте. Вот вообще, все же думают, что у меня сам выбор стоит. Она это узнает только через год спустя, увидит точнее. Но она уже это видит, в принципе, в будущем. Так что не парься, да? А так мы, короче, сейчас идем. Сейчас я корешу своему оставлю, который мой оператор. Викенти Саум. Оператор. Оператор. Вот. И потом их заберу. И все. И будет классно. Тебе как будто 15 лет. Да чего эти шарики? Чтобы улыбаться. Мир, лучи позитива и добра. Ю-ху! А где машина, кстати? Да хрен его знает. Так. Ты говори, сколько чего надо. А то люди смотрят, тоже захотят сделать сырники. Какие пропорции должны быть? Творог такой. Вообще, все зависит от творога. Ну, пропорции я делаю на троих людей с запасом, чтобы дать своему другану дорожку. Как бабушка давала пирожки, красные шапочки. А я сама Викентию Сонг. Сонг. Сырнички. Сонг. У меня Сонг. Почему Сонг? Ну, я же выговариваю так слово. Вот. Ну, получается, грубо у нас идет здесь у нас 534 грамма, а здесь у нас 340. 900 грамм, килограмм, грубо. На килограмм творога сколько надо всего? Сейчас будем по ходу дела смотреть. Нам надо сахар. Ну, творог, сразу говорю, не очень такой вкусный. Но это не из-за меня. От творога многое зависит. Для нас в Крыму разучились творог делать. Наверное, все коровы сделали. Он лежит перемаркирован. Не, он свежий, он по вкусу немножко не это. Не такой. Вот такая вот красота получается. Сейчас мы эти все камушки делаем жмяк-мяк. Жмяк-мяк-мяк. Самое главное, вообще не только приготовление в сырниках, а вообще приготовление всей разной пищи, это хорошее настроение.
И, естественно, надо изюминку свою туда добавить. Изюминку позитива. Я думал, цацагон. Изюминку добра. Ну и так далее. Вот у нас мы вот так вот разминаем, чтобы комочков не было. А то потом, когда будем жарить, комочки эти расслаиваться будут при жарке, и не то пальто будет. Где-то будет сладко, где-то будет вкусно, вкусно. Чик. Есть такое дело, да, у нас? Теперь мы кидаем. А, подожди, давай яйца туда положим. Свеженькие. А, тут у нас, оказывается, яиц обошли, типа, называется. Ну да ладно. Сейчас туда эти. Кидаю, пока... Пока не кидаю. Сахар. Так, сейчас. Ванилин. Сколько там грамм? Ванилина сюда грамм точно кидаем. А там сколько? Полторушечка. Ну вот, если присмотритесь, вот это вот полтора, вот так разделяем, это 0,5, это грамм. Это на килограмм, да? Да. Потому что если переборщим, она будет горчить. А нам это не надо. Далее, по ходу дела, у нас идет ванильный сахар. Его вообще чуть-чуть, буквально. Сколько там грамм? Я сейчас вам по ложечке буду показывать. Ну, где-то вот так. Четверть чайной ложки. Перемусякиваем все это момент. И что самое важное еще, на кончик ножа соду, чтобы сырнички были пышные, как у бабы. Так, значит, мы кидаем теперь сахар. Зачем вот так вот прифигачивать эту штуку, чтобы потом вот этот пакет рвать? Скажите мне. Вот так. Ага. Так, чика, отойдите тоже, если все тут будет шерстить. Шерсть надо добавлять? Нет, не шерсть. Знаете, это как-то не будет аналитически надо. Бей. Я завязал с водой, с едой. С едой и водой? Да. А сколько надо сахара, ты сказала? Сахара где-то с кружку точно. Кружку? Кружку побольше. Тут что-то это, да. Тут чуть больше, потому что я уже знаю, сколько на глаз, так как мы еще будем муку закидывать. Так, пробуем, что у нас там получается вообще. Обязательно, у меня такая фишка есть, чтобы она постояла 10-15 минут, и потом будем жарить. Я же соды еще надо, да? Да, да, мы сейчас еще яйца добавим, еще муку добавим. Нормально, сырник будет нормально. Вторая ложка. С горки, да? Да, два ложка. Я еще ее немножко потратила, чтобы она пышнее была. Муки немного надо здесь. 4. И проверяем, как она будет. А то муку переборщим, будет не сырники, а лепешки муковые. Муковые с отголоском творога. Видишь, оно такое вот все. И на сколько ставить надо? На минут 10 поставим, чтобы она же так же будет. Пакетик, да, надо? Нет, пакетик нет, это я чисто для, от своего имени всегда ставлю. Ко мне так, не знаю, у меня такая есть примета, что если я не поставлю тесто там, ну, что я там буду. Три яйца она уговорит, да? Да, я три. Ты точно сода? Я не помню, или не моя, или твоя, не помню, что я туда закидывала. Это точно сода. Вот так вот. Нет, написано сода. Вот так вот? Вот так вот, да, видишь? Нифига это, знаешь, микродозинг прям какой-то. Микродозинг соды. Сейчас будут сырнички. Как раз матушка приехала на сырнички, прекрасно. Я думаю, что, наверное, яйца нам не надо. Видишь, какое вот? Посмотрите, какое тесто становится. Эластичная, видите, вот она вот, ну, можно брать и вот закручивать ее. И через 10 минут буду жарить красоту. Все так быстро, я думал, ожидал, что это будет намного дольше. Я же никогда не видел, как сырники делают. Ни разу в жизни. А я думала, что нету. Это Викентий купил. Это не я. Викентий сегодня банкует. И сахар, вы что, и сахар купили? Да, да. Спонсор сегодняшнего показа Викентий Саунг. Викентий Саунг! Не, ну как это? Я же должен был это все организовать. А что, я должен прийти снимать еще и вашими продуктами, да, пользоваться? На кого? Вы думаете, что я? Я же не еду.
Ну, крахобор какой-то, что ли, еще. Итак, у нас время постояло. Теперь мы будем их жарить. Но я жарю так. Я сначала вот накидываю сюда, вот так. Подготавливаю их, так сказать. Чтобы они не перепали, ничего. Полграмма валерьяны у нас осталось. Мы его закинули туда. Потому что сейчас вот по ходу дела будем потихонечку добавлять. И муки еще ложку надо где-то, да? Ну вот. Или пол ложки? Даже нет, больше. Даже больше? Две ложки. Но ты не переборщил, надо. Не переборщил. Это не считается за ложку. Раз. Значит, 6 здоровья получается. Да. Это на килограмм. Ну да. Сейчас будем перемусякивать и смотреть, что с этого перемусякивать. Всякий перемусяки. С этого роля что-то получится, я надеюсь. Буквально чуть-чуть. Они на сливочном разве делаются? Нет. Почему? Ну, не знаю. Почему сырники всегда думал на сливочном делать? Нет, я там, ну, не знаю, я на таком делаю. Вообще вроде как на сливочном. Не знаю. Это ж, ну, вкус, чтобы у них был оригинальный. Нет? Нет. Это я так думаю. Вкус оригинальный. Классический. Так. Ну все, короче. Та-т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 а-
Надо больше света сюда. Света больше. О, всем здрасте, здрасте, здрасте. На съемках клипа. Первый день съемок и последний. Сейчас тут лепестки роз наши. Декорации. Не все так просто, как вы думаете. Создание малобюджетного клипа. Малобюджетного клипа? Да. Это двинуть? А что? Что? Нет, еще просто я хочу забрать. А, ну забирай сейчас. Сафора, блядь. Сафора. Что за? Бери. Идите нахуй. Идите нахуй. Да хрена, у тебя в этих специальностей и вообще. Короче, вдвоем так лучше. Да. Фуш. Кстати, мне так вообще не жарко. Рапала. Раздевайся. Белый Бэтмен. Я белый Бэтмен. Опять идешь вот. Пойдет или не уйдет? Давай отсюда. Стой. Ты идешь туда, да. Погоди, Люд. Да не надо, зачем? Да это киноляп будет. Да ничего страшного. Да видно, что он отодвинут будет. Я тебе сказала, не надо, чтобы он вообще в кадре нахуй был. Да был уже. Блять, Кеш, ну надо убрать. Да я не могу, блядь, я вам что, Копперфильд что ли, блядь? Давай не будем снимать тогда клип, я же вам объяснял, блядь. Давайте, дальше что делать надо, блядь? Все. Так, еще разок, два.
Давай. Я резко встану. Давай, я ложусь. Давай. А теперь только вперед. Давай. Мать, неси эту электронку, которая только называется надо как-то... Бля, у меня тень совпадает. Как бы сделать тень видно, пиздец. Оу, oh, yeah. Подожди, еще раз. Я подпрыгну. О, корзеский. Корзеский, блядь. Кошачий. Вот это все в кино надо сделать, добавить, блядь. Тут больше, короче, не клипа, а фильма, блядь, получилось. Так. Есть такое. Есть. Такое не надо. Ни хрена не видно было просто. Я тут в холостую жгу кадры, блядь. Так, полетели, едем. Что я делаю? Что я делаю? Да не знаю. Делай, что хочешь, короче. Хуй знает. Иди как, импровизируй. Мама, держи. Иду. О, навстречу к этому. Стой. Теперь вот так. Давай, там навстречу идет. Это, давай, теперь... Надо валить. Получилось хоть? Да. У нас хоть что-то. Надо будет вблизи еще глаза твои заснять. Да. Можешь сейчас заснять. А сейчас. На солнце что-то. Так, давай я уже. Давай, иди. Давай попробую. Повернись. Да, повернись. Вверх. Может ты. Стой, может ты сейчас повернешься в кадр, посмотришь. Давай. Раз, два, три. Кстати, только один засняла. Я без косметики, потому что у меня даже глаза немножечко от них болят. От лиц? Да, чуть-чуть почему-то. Как-то сегодня я их наоборот делала. Я так и не поняла, короче. И это, что говорю как я? Как можно лица наоборот оперить? А я не знаю, честно говоря. Ну, как-то сегодня у меня все плыло в этих линзах. Вот. Что говорю? Где эта песня? Ё-моё. Ну, где песня? А, Викенди, чуть не забыла. Тавриду Арт, поедешь с нами? Куда? На Тавриду Арт. Калидуард? Калидуард. Что еще раз не понял? Мы еще, конечно, пригласительные не получили. Да ладно. Мы уже едем. Да мы уже едем. Мы уже до хрена куда съездили, блядь, ну, пиздец. И я себе клип тоже снял, ни хера не снял. Кеша, не надо без нас отвлекать. Мы же, да, культурные. Да. Культурные. Я не могу эту песню найти, ребят, нормально вообще, куда она делась? Блин, я проиграла. Хату? Путина, если бы я хаты не, я тоже проиграла. Чужую, блядь. Ты не один такой, блядь. Куда вот? Я их пропускаю вообще-то, тупое создание, блядь. Ну давай, пускай посмотрим. Вы видите, там, если что, машина едет? Да не, смотри, сейчас он, блядь, давай. Разъезжать. 82-й регион, блядь. А там вот он может, видишь, один туда, этот сюда. Ну вот и шо, блядь. Ну и шо, блядь. Пиздец. Логика, вот тупорылая логика, тупорылая. Что не видно, что с поворотника машину пропускаю, блядь. Тупые водителя вот бывают в итоге. И вот оно сейчас, блядь, задано. Ну вот тупой, вот посмотрите вот на этого тупого человека. Вообще просто. Нету слов, одни эмоции просто. Ну он же вперед поехал, вы понимаете? Ёбаный,
заебись, прикинь. Раздуплилась, да, снимаем. Мы на съемках клипа. Привет всем! У нас сегодня первый день съемок клипа. Этой прекрасной, любимой цвета настроения синего. Это вот водитель. Это водитель. БНВ. Ну что там? Вы готовы, мадам? Эти губы меня надоели. Мадам, вы готовы к съемкам? Мы начнем когда-нибудь уже. Это губы виноваты, а меня. Какие губы, давай же снимать клип. Короче, давай пробуем. Все, начали. Только ты чуть правее, правее чуть-чуть. Ань, чуть-чуть правее. Давай. Чуть-чуть правее. Ты вот, вот тут, да, где-то. Да-да-да. Блять, пиздата, блять. Заебись, блять. Нахуя ты мне... Теперь я буду, как ты, в клипе, нахуй. Давай. Все. Это все. До трех дня. Мы до трех дня тут. Ань, ты что потеряла там? А? Что, а? Что потеряла? Ну что ты, как там? А? Тяжело? Да нет, быть за Зоей это охуенно. У меня даже есть корона. Иди сюда, моя, блядь. Это дополнительные материалы, давайте. Блядь, иди ко мне. Ты когда в кадре будешь? Ну? Смотри, смотри. Трогай меня! Фу! Это мокро. Пену, блядь, автомат, ёбаный, блядь, пену, блядь. Пену включи. Пену, блядь, бери, говорю. Пену, блядь, бери, говорю. Ты как Жириновский. Пену, блядь, бери. Давай, теперь, как ты говоришь, секс надо делать. Я понравилась, думала. Ты когда на бухте, ты когда машину, блядь, было, чтобы вас понять. Я не мою машину, блядь, не мою. Там Thank you.
Бля, ну что за хрень? Я что, зря пленку трачу? Что это хуйня, какая-то? Давайте по новой уже. По новой. Что-то не то. Только не смотри в камеру. Ёбаная привет, парень. А нахуй это не тряпку кидать? Давай. Еще раз, только с этой стороны. Давай еще раз, дубль два. Ну, с этой видно, а с этой нет. Давай, второй дубль. Какой? Да, 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 да. Сука, тебе, сегодня хочу поделать. А, мы заможем меня и пойдет сзади. О, бля, у меня сейчас сядет камера скоро. Давайте быстрее. А где лицо ломать не надо? Как хочешь. Давай. Оп-оп. За кадром есть, да, есть? За кадром. Бля, можно и въебать это в этот наш трек. Нет. Давай по новой снимать, короче, весь клип сначала. Я все мокрая, уже все с меня течет уже. Ты что там? Спасибо вам за мойку. До свидания. Стой. Чё? Дальше Бэха. Что? Бэха есть? А? Бэха есть? Бэха видно, да. Подожди. Один, два, давай. Три. Thank you.
Ради... Теперь, короче, это. Тут надо. Сейчас. Что там наверху? Не знаю. Надо сфоткаться. Мы ехали. Заебись, я включу. Сейчас, подожди. Нихуя не видно. Вот так тебе видно? Ох, да хуёво. Я же говорю, эта камера снимает. Ничего? Кейша снимает. А толку нихуя не видно. Ничего, что мы ехали. Мустик все сказал. Аня, мы подгореть могли, блядь. Ну все, значит, а сейчас я буду, блядь. Да можно ехать, можно курить спокойно. Это что, у нас пора сопровождать, что ли, блядь? Это приключение настоящее. Нравится? Только я, блядь, на 5000 только что попала, ебать. На ровном месте, ебать. Сука. Вечерочек добрейший вам. Всех мир, труд, май. Хорошо съездили. Не, ну мы увидели Абдюрджур, все дела. Абдюрджурнились. Евгений Саунд сделал самый лютейший сегодня. Вкуснейший шашлык-босс. Ну и вот, собственно, что такое? Мы не горим. Мы не можем гореть. Мы едем просто на воздухе. Мы на воздухе сейчас едем. Да, да. Пойдем покажу. Дома меняешь, как перчатки. Ага. Привет, братья и сестры. Я с ними поздоровался. Ты не увидишь, да, наверное? А что там? Вот там кролики. Там телепорт. Там кролики. Там кролики. Фига, когда мы уже дойдем? Я уже тут километр прошел. Вот кролик, видишь? Иди там. Рэббит, white rabbit. Да, вот там вот беленький, черненький, серенький. Короче. А там не видно, блин. Да. Где-то потом. Пойдем. Так, куда нам идти? Веди. Все тут владения большие, заблудиться можно. Да. Добро пожаловать в мою маленькую берлогу. Васька, встречай. Заходи. О, окна. А он с холодильника. А, да? Да. Можно его сразу. Джу. Новое твое домик обмывать. А, кола. А я сок купила, если что. Да, кола вон. Мяу. Королева танцпола. А где у вас тут туалет? О! Ой, я смотрю, душ-кабинка тут прям на кухне, да? Или в комнате. Это что, серьезно? Слушай, а там дверь, проход в клуб, наверное, да? Открываешь. По-любому нужно. Такая вот штука у нас. Это все за 1000 в месяц? 8, 10. Нет, 10 тоже пойдет. Нормально. В пятером тут не разгуляешься, но одному тут нормально. Одному? Уютно. Да.
Так, идет. Сейчас мы 50 организуем. Да, сейчас будет у нас тут, я думала больше, но будет немного чущенных язычков. Это что такое тещины язычки? Кабачки? Баклажанчик с, как у тебя, я знаю, желудок. Титановый, да. Я сегодня еще... Чуть-чуть чесночка, моя медика. Нет, чесночок не надо, у меня изжога. Я на работе морковки с чесноком, с майонезом съел салат, а у меня до сих пор, короче. Тогда тебе без чеснока, просто майонез. Тогда мне, может, просто закуски какой-нибудь понесу. А что закуски? Блин, я бы просто... с собой бы надо было. А что, выкиньте, я пош... А, подожди, у нас еще колбаски какие охотничьи, копченая филешечка, сырочек, помидорка, огурец, это все за кусочек. Главное, чтобы не во всю любви. Нет, вот, это все короче вот. Только мои кроссовки не обоссы. Ну, вроде еще, кстати. Да. Закуска колоссальная. Так, ну что мы? Сейчас все быстро будет. Я просто пока поубиралась, потому что вещи поскладывала, да. Постиралась уже. А, нифига, открыл. Ой. Сейчас завтра хочу печку. Это будет завершение фильма. Так. За завершение фильма и за новое начало жизни или как там. Ой, да. Смена обстановки. Ты там прям как с языка прикиньте, снял только да. Что. Нормально. Честно, новая глава, да, у тебя? Да. Новый район, частный дом. Новый район. Да. Так, давай, Викентий, за мое новоселье. Новоселье. Ой, будь добру. Пицца на ржаном муке будет. Надо все делать с хорошим настроением. Какие, да? Прыгают. Суп. Пицца будет, да? Это как музыку делаешь, держи, тоже так же. Я столько не съем. Я тебе помогу, Викентий. Даже муха вон танцует под музыку. Делаешь? Делаю быстрый чёщенный язык специально для Кеши без чесночка. Скромная поляна. Тут на 5 человек хватит закуски. Наготовила. Ты нам с тобой. Прости, что долго ждал? Да ладно, что сколько долго. Ну сейчас вот завершение всего этого марлезонского. Быстрое приготовление. Неси туда быстренький чущий язык за кусочек нам. Теща хоть живая. Чущий язык. Да. И чеснока туда сразу. Конечно. Миллион. Да.
Не, ну я такое не знаю, боюсь есть. Тебе такое нельзя. Мне лучше вот тот соус. Да, я тебе специально... Лайтовый. Вот там... У меня, кстати, изжога прошла от коньяка. Да? Да, наоборот, от коньяка еще должна быть, а он нейтрализовал мне. Это же кахети. Старый кахети. Старый кахети могет. Кахети, кахети. Кахети. Сейчас уже идем, уже выпить хочется, уже посидеть нормально уже. Так сказать, узким... Добрым и родным кругом. Никак фильм не завершится. Не, а потом мы чуть попозже. Он будет режиссерская версия 2.5 часа. Ну, чуть попозже еще потом. Пойдем в лес. Ну, не сегодня, а вообще. Да не надо было говорить, это пасхалка. Ну, уже сказал. Ну, это же опять же, когда мы пойдем еще? Когда? Когда? Когда-то. Сейчас события не самые лучшие, чтоб в лес идти. Не, в принципе, как вариант, там если... оборудовать подвальную комнату такую и жить там. Это как этот какой-то американский дед, нашли его, сколько ему там лет, 80 с чем-то было. Сколько он там просидел, ЛСД сожрал там, блядь. С 80 какого-то года, да? Да. Он там ЛСД жрал, короче, блядь. И живой, здоровый, блядь. Его нашли. Жил себе тихо-тихо, да. Никого не трогал. Потом его нашли, спалили и все. Спалили его, блядь, как ведьму на костре, нахуй. Сука. Не спокойно. Спалили его, нахуй. Сука. Как ведьму на костре, блядь. О, пригрустил что-то, паренек. Не втыкайся, нормально. Ты. Нифига, сколько ты чеснока туда сделала? Чуть-чуть. Штук 5? Нет, 3. Зелень еще надо. Нету зелени, закончилась. Пойдем на рынок завтра, оставь на завтра. Все приносится на завтра, короче. Да. Сейчас еще закину 2, чтобы было 5, не точно. Не, ну это фаталити, я пошел. Блин, где моя зажигалка, блин? Бля, уже не курил часа 3 где-то. Фу. Что мне такое ощущение дежавю, как будто здесь ресторан где-то кто-то какой-то или кафе делал. My name is mayonnaise and the fucking ketchup and the gochujang. Корбалала чоя переба. Классная песня. Ой, хорошо сидим. Я вот заметил, даже одну за одной не курю даже. Хорошо так. А на меня мини-жор напал, видишь? Хотя я уже не особо есть хочу. Я в принципе есть не хочу. Викентий, Геша, давай фильмы уже заканчивать. Геша.
Доброе утро. Что происходит? Ага, спокойного дня тебе. И доброй ночи. Давай фильм, говорю, мы уже заканчиваем сценарий уже. Дай сигарет. Покурить еще, да? Мне, конечно, в доме не курят, но тебе сделаю исключение. Да что так жареный воняет? Ты мясо поджарила? Нет, я хотела сфоткать. Короче, это первая и последняя съемка здесь, потому что я буду занят едой. Я собираюсь съесть все мясо и выпить весь алкоголь в этом заведении. Это не мясо. А? Такие тарелочки. Четыре сказали еще. А, теперь... А, да, бери вот это, я туда буду. Так, ну все. Blah, 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 blah.